Так-с, и здоровки всем в Айрондагаре. Подсветка объекта в трансе. Любопытно. Так, музыка потише сделает, он довольно-таки грустная, я тут боюсь усну нафиг. Так, что-нибудь по выбору персонажика или нет? Хотя сейчас вот все некоторые игры, кажется, тут выбирал, где гибридно можно делать персонажа, какого хочешь, прям по ходу игры. Лучника, мага там, мага с топором и с луком. Потом буду я нихера не умеет, но все-таки. Такс. Довольно, квартирмейстер. Мой слуга поведал, что гарнизон священных. Вот пал в бою против северян, и в живых остались только вы. Это правда? Да, господин. Хотя северяне многих увели в рабство, в основном гражданских, но вполне могло казаться, что живыми захватили кого-то из моих сотоварищей. Я боюсь, что... По пленных можно просто забыть, у королевы лопоухи, поленники долго не живут, все, кого забрали. Северяне либо в лагерях для рабочих за воротами севера, либо умерли по дороге туда. Да, господин, я понимаю. Итак, мой доклад, господин, решите изложить свои мысли. Кому нахрен твои мысли нужны? Прошу вас, начните с самого начала. Они напали на нас под покровом ночи, огненные столбы, а огненные бомбы они метали из городской стены, и сразу после того через пролом воротов замка ворвались штурмовые отряды. Я даже не успел надеть доспехи. Пока я сообразил, что происходит, половина наших была уже убита. Помедленнее, квартирмейстер. Никогда не видел такого, лорд Антер. Закованные в черную броню солдаты с мечами и кувалдами, прикованными к их телам. Это не самое страшное, а гигантские, изрыгающие дым в вышке 4-метровой высоты, с которых лились потоки горящего масла, у нас не было ни шанса. Мне удалось сбежать из замка вместе с Килуной. Мы добрались до лодки и... Хватит, ваш рассказ бессвязен. Давайте еще раз. Значит, на вас напала армия северян, и замок был захвачен. Вы сказали, Килуна, это та девушка из гражданских, которую вы привезли с собой? Да. Господин Килуна, не бойся, девочка. Консумир мой кляный швайна. Блин, а что за бабу буду играть, что ли? Я думал, за мужика хотя бы, ну ладно. Так, а тут камерой можно повернуть. Я господин. Нет, не ты господин. Не надо бояться. Совершенно ясно, что ты пережила гораздо больше опасности, чем разговор со стариком. А знаешь, для безопасности Галуна Калевралы, чайший город, построенный когда-либо людьми, он отлично ищен от легионов лопоухих. Меня поражает твое ранение, как ты осталась живой с этой штукой, торчащей у тебя из груди. Целительница с Туманного Холма, господин. Без нее бы, несомненно, умерла. Еще она научила меня магии. Целительница Туманного Холма, персонаж из сказок, и она научила тебя магии, говоришь? Понятно. Килуна, ты должен мне рассказать. Начни, пожалуйста, с самого начала. Так, погоди-ка, девонька, чё это там тебя впиндюрили так в грудь? В сердце, что ли, прям? И ты еще жива, серьезно? Это зомби! Мочи ее! Давайте за зомбика поиграем, тут всех сожрём. Так, как у нас тут нагрузочка? Дайте-ка я посмотрю. Ох, как она прыгает-то, ёптую. Ага, закрыть. Так, ладно, давай-ка я настройки пока немножу. Отображать шкалу, радиус атаки, сложность, подсветка объекта, общая громкость. Автоматический диалог. Сохранить.
Это вряд ли это поможет. Я вообще-то уровень сложности средний выбирал. Качество графики вообще тут изначально стояло на низком. И нагрузка не падает, да? Доходит до предела. Не очень хорошо. К сожалению. Тут я еще приблизить не могу. Какая прелесть. Келлун, это там меня слышишь? Келлуна? Нет, слушай, что-то какая-то дикая нагрузка. Я здесь что случилось? Чувствую запах дыма. Обломки заградили двери, пытался сдвинуть их. Они слишком тяжелые, ты не можешь толкнуть дверь со своей стороны. Я попробую. Что-то горит. Неужели снова мельница? На нас напали, скорее бежим. В замке должно быть еще безопаснее. Кто на нас напал? Так, в общем-то графика здесь роли не играет, понятно. Неоптимизированная называется игра. Давай бежим в замок. О нет, там мост рухнул, северяне, бежим через рыночную площадь. Ну слушай, реально нагрузка никак не влияет. Графика вот не влияющая на нагрузку на видеокарту. Обожаю это. И задерживать мы так не можем, да? Падение. А, так у нас здесь... Понятно все. Что это такое? Сильно ты ранена, дальше-то что? Ой, ёпта! Пробила меня насквозь, я ранена, нет, на это так. Я мертва? Это не правильно. Я dead. Кипуна. О, Кипуна, не, так ты не умрешь. Я тебя заставлю жить и мучиться. Но я же умерла, эта штука пронзила мне сердце. Это не исправит, но пока ты не умерла, нить не прорвется, и у тебя есть возможность снова стать живой. Я не понимаю, кто ты, я не хочу становиться зомби. Ну, хочу... Нет, я еще хочу стать зомби и всех сажать. Ну, вот игры, в смысле. Умолк, не помогу тебе вплести обратно поврежденную нить. Крути веретено, вот так аккуратно. И что мне тут надо? Временная шкала, расположенная в нижней части экрана, делится на 14 ударов сердца на 5 секунд. Голубой прямоугольник шкале. Это текущий момент времени. Ваши действия располагаются в этих ударах сердца. Вы не можете вернуть во времени и изменить их. И на красная полоса. Охренеть, все понятно. Я ничего не понял. Что это сейчас было вообще? О, давай убьем его. Что это за штука у тебя в груди? Кусок шрапнели, она словно пылает. Мне больно, я не понимаю. Ты можешь бежать? Я был в пещере. Стал сминовать рыночную площадь. Я грудь вообще не чувствую. У тебя их две. Какую, левую или правую? Дитя мое, ты снова умерла. Я что, опять мертва? Ты в глубоком трансе. Ступай назад к жизни и найди другой путь. Да господи, помилуй. Мне что тут? Да блин. Господи, это... Не игра, какое-то издевательство дурацкое.
Она этого не зацепила, а меня порвало. Стоп, дай-ка зайдем. Так, как тут камерой-то повращать, вот так. Ну не приблизить нифига. Нам пригодится потом. Ничего не понял. Да. Не, слушай, греет, конечно, звездец. До пика доходит. Мне не очень такое нравится. Да, игру я купил. Но играть я в такое, где вот до таких пределов доходит максимальных, мне не очень-то, честно говоря, охота. То есть это у вас может в один прекрасный момент сжечь к херам собачьим видеокарту. Это так, для справки. Так что на этом, в принципе, я закончу. Не имеет смысла в такие игры играть. Сразу говорю. Может, я потом попробую по настройкам покопаться, как-нибудь оптимизирую. Хотя... Давай главное меню зайду. Попробую перезапустить. Может, конечно, это поможет, но правда что-то я сомневаюсь. Что там про эту игру пишут? Ну да, отзывов мало. Положительные. Вот один отрицательный. Так. Перезапускаемся. Так, сейчас графика у нас будет какая? Средняя. В принципе, даже разницы как-то не вижу особенно, если честно. Ну и чё у нас там? 73. Пока максимум 73. Давай посмотрим. Kipana, you're unharmed. We're under. The castle must still be safe. Who's a... Давай посмотрим, сможем ли вообще в неё будут играть. Так, а мы где-то здесь ещё можем чё-нибудь подтыбрить? Тут мне что-то интересно стало. Вода. Все, серьезно. Плавать-то она умеет вообще? Судя по всему, нет. А на корабль, к примеру, сесть и свалить, попробовать? Не, не судьба, кстати. Ну-ка. Нет, слушай, 76,8. Ну, графика, которая не влияет на нагрузку на видеокарту. Зашибись. Да. Айтуони, what is that? Can you just pass that market square? We can make. Ну-ка. Не, ну слушай, не вариант. Она также будет прыгать, как и прыгала. То есть графика не влияет на такую игру. Народ, объясню. В такие игры я не рекомендую играть. Потому что в один прекрасный момент у вас сгорит видеокарта. И если будут писать опять комментарии, типа, вот, блин, это нормальная рабочая температура нагревная. Вообще-то в характеристиках любой видеокарты есть температура нагрева. И вот это вот, извиняюсь за выражение, говно, жрать столько видеокарты не может. Нагревать ее тоже так не может. Может нагревать ее только в одном случае, если здесь нет ограничения счетчика FPS.
Всегда начинает жрать все, что есть. А здесь ограничения счетчиков FPS нету. И в принципе не имеет смысла даже голову себе парить.